Может быть, и реально что-то мы сделаем? А чё мы? Чё я его... Чё, я поезд-то покрасил или нет? Да, он у меня теперь белый. Вы смотрите, ребята, какой у нас кайфовенький. Так, этот амбар нас не интересует, ребят. Да что такое? Поехали, поехали. Нам здесь вообще делать нечего. Или подождите. Или надо опять дополнительно к нему пойти. Давайте-ка мы опять разберемся. Мы же помним, по-моему, да? Ничего себе, тут у ребят, да, тут красные диванчики. Ну, так вот живут люди. А, или это не здесь было-то? Так, хорошо, ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Так, а... Хорошо, хорошо, хорошо. Так, надо бы на Чарльза бы не попасть бы. А то, вы знаете, блин, этот Чарльз, конечно, такое себе. Вот эта музыка мне, этот звук вообще не нравится. Что за музыка, блин? Пешком идти — это полное самоубийство какое-то, да? Пожалуй. Так. А подождите, а мы можем переключать, да, получается, ветки-то? Имеется в виду ветки направлений. Если можно, то мы откроем новые пути. О, точно. Отличная идея, отличная идея. Так, здесь мы уже были. Давайте-ка посмотрим. Нам надо чуть дальше проехать, да, наверное? Ну да, 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 точно, точно, точно. Так, опа. Остановочку. Остановочку, остановочку. Опять же, я очень-очень рискую, ребята, да, понятное дело, то, что делаю такие действия. Так. Так, здесь развилка у нас. А если мы с вами поменяем, так сказать, направление, да, и направимся прямо... Вау, 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 вот это да, вот это я удачно остановился, так. Так, ну конечно, ну конечно. Так, ну что, мы на том пути просто уже были, ребята. А теперь давайте-ка направимся на тот путь. То, что прямо, да? И мы выберемся в новый уже направель такое. Посмотрим, что там будет, кстати. Так, фух. Ну, стало уже бежать-то, блин. Да, поднимайся, поехали. Теперь мы должны прямо поехать, да? Вот, а я затупил, ребята, блин, я думал, что одна дорога, а здесь очень много ветвей, на самом деле, видите? Мы поехали в тот раз слева, а теперь поедем прямо и посмотрим там. Но с Чарльзом я видеться точно не хочу, пока, по крайней мере, точно. Наш поезд слишком слабый для него. И поэтому нам надо его каким-то образом укрепить. Так. Опа, что такое? Что за звуки, блин? Что там за звуки? Подожди. Оу, оу! Оу, как я ошибся! Ой, как я ошибся! Так, как же я ошибся, ребята? Так, тихо, тихо, Чарльз. Тихо, не нападай. Не нападай. Нет, нет. Оу, он у меня перегрелся. Не перегревайся, не перегревайся. Давай, братик, давай. Стреляй. Так, стреляй. Чарльз, ты, блин, как будто знал, да? Воу, 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 воу. Тихо, тихо. Тихо, 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 Чарльз. Тихо, Чарльз, тихо. Чё ты, всё? Я аж подавился, ребят. Ой. Так, ну что, Чарльз, ты не ожидал, да, вот такого вот? Подарочка-то тебе. Блин, мой вагон. Ребят, он весь поврежден от Чарльза. Посмотрите на него. Посмотрите, он весь раненый, и мой пулемет, к сожалению, оказался не таким эффективным, как я думал. И очень легко, блин, он очень быстро перегревается, да, так. Поэтому надо собирать побольше. Тихо. Тут кто-то есть или что? О, там кто-то есть, смотрите-ка. Так, здорово, братишка. Что ты мне тут предложишь? Так, давайте мы хлам подберем сразу, да? Нормально такая хата у тебя. Слушай, молодец, я, конечно, понимаю, что ты такой-то там крутой охотник на чудищ, но я сужу людей по их делам. Один из прихвостней Уоррена выбросил вчера на свалку запертый сундук. Я бился над ним несколько часов, но вместе с замка вскрыл себе только мозоль. У меня есть пара отмычек, но я не знаю, как ими пользоваться. На, держи, вскроешь сундук, мое тебе уважение. Как вернешься, я выдам тебе кое-какой хлам для твоего паровоза. Так, интересненько, интересненько. Так, ребята, ну я что думаю, за это задание надо взяться, наверное, да?
Давайте-ка мы посмотрим, откуда и что за задание он нам говорит. Взломать замок на сундуке. Так, хорошо, время отмыкать. Угу. Ну что, а мы-то здесь находимся? А, ну здесь рядом, да, достаточно. Хорошо, ну давайте-ка попробуем. Почему бы нет, ребята, да? Конечно, я не умею этим пользоваться, но надеюсь, получится у нас. Получится обязательно. Так, сколько много ништяков, да, ребятки? Очень много ништяков. Так, собираем. Нам все надо прокачивать, потому что наш пулеметик-то совсем ненадежненький оказался так. Так, вот, точно. Че, серьезно? Ай! Ядно, что ты... Да почему, блин? Так. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Интересно. Хорошо, одно открыл. Нет? Все, и все заново? Да ты серьезно, блин? Так. Высь. Воу-воу-воу. Ребята, это задание точно не для меня. Я не умею такие задания делать. Я не умею, ребята, видите, вот на доли секундочки. Оу-оу. Давай. Есть. А теперь еще 3 штуки, блин, ты серьезно? Блин. Хорошо. Хорошо. Блин, давай, поднажми. Ты справишься. Так, одна. Сделал. Фак, ну какого хрена? Ну, я не люблю такие задания, ребята. Вы же понимаете, блин, это... Я понимаю, может, кому-то это легко дается, но лично для меня, ребята, это очень сложное задание. Да, вы видели это? Последний замок остался. Последний? Мать его. Замок. Так, последний, давай. Хорошо, я открыл этот замок. Я открыл, ребята, да, так, собственно, вернитесь к Дэрилу, Дэрил. Вот это, блин, да, вот это, конечно, подстава, но я прошел, конечно же. Я же лучший игрок, блин, так, я никого не боюсь, давай. Вот те раз, такие нужны ручки, а с сундуком справились. Конечно. Тьфу, ты лишь какой-то странный мусор. Что ж уж такого скажешь, одно разочарование. Но мое уважение тебе заслужить удалось. Так что вот обещанный хлам. Где хлам-то? Чё? Так, что-то на карте отметили, да? Давайте-ка посмотрим. Про какой хлам он мне тут говорил? Или все? А, он мне с собой что ли дал? Ладненько, так, поехали дальше по этой трассе. А, здесь опять развилки будут идти. Развилки. А нам давайте-ка попробуем до этих вот доехать, да? Тут кто у нас такие тут? Незнакомец с оружием. Хм, интересно, так с оружием. Основное задание. Задание с оружием. Основное задание, вот. Хорошо, давай, Дэрил, всю удачи тебе, как говорится. Не скучай, братишка. Я так думаю, скоро приду к тебе в гости. Так, я на... сел. Это получается, мне чуть-чуть надо прямо проехать, да? А, вот, левое здание. Мы как раз сюда едем, да? Отлично, так. Давайте-ка остановимся и посмотрим. Так, а мы же можем сейчас улучшить его, да? 43 единицы, ребята, вот это да. Так, прочность поезда максимально, он мне убил ее, блин. Вот это очень печалка, конечно. Так, прочность поезда прокачали, отлично. Уроны и броня, так, уроны и броня. Увеличит урон всего оружия, снижает весь урон, получаемый вашим поездом. А давайте-ка, наверное, броню, наверное, покачаем. Ага, ну все. Ребята, более-менее улучшили так-то, чё? Пошли к нему, получается, так. Здрасте. А вот и охотник на монстров. Но это будет необычная охота, заметь. Мы уже пробовали одолеть Чарльза, но если его сильно ранить, он скрывается в лесу. Но кажется, мы все-таки придумали, как выманить его на бой. В разных частях острова, главных шахтах хранятся 3 яйца.
Мы считаем, что если вставить эти яйца в призму в храме в центре острова, это спровоцирует Чарльза сражаться на смерть. К сожалению, Уоррен Чарльз, третий владелец добывающей компании, выставил внутри каждой шахты вооруженную охрану для защиты яиц. Там, дальше по путям, будет шахта. Там лежит одно из яиц. Вот ключ от шахты. Вход я отметил на карте. Фух, спасибо вам, дамочка, большое, конечно. Так, а нам зайти нельзя, да, наверное, посмотреть. Ладненько, ребята, ну что ж, интересненькие задания, пожалуй, да, прибыли. Так, 7 единиц. Отлично, так, ну, пояс более-менее улучшенный, состояние до пояса, да, потихонечку улучшаем, и здоровье наше, как бы, видно, восстановилось. Так, ну что, давайте-ка посмотрим. А, вот оно. Спуск в южную шахту. Да, без проблем. Подождите. А это у нас кто такой? Незнакомец NPC, задание с оружием. Незнакомец, дополнительное задание. Так, давайте-ка сначала по основным заданиям все-таки полазим, потом будем на дополнительные задания. На него мы внимания не будем обращать и поехали на шахту, ребят. Все, выезжаем на шахту. Стоп! Тихо-тихо-тихо-тихо. Оу, ху-ху-ху-ху! Нормальненько, нормальненько так. Мы здесь так маленько апгрейднулись. Так, а маловато, да, что ли? Скорость. Скорость не можем. А урончик мы с вами улучшили. Ну, теперь отправляемся смело вперед. Так, а что это там? А что это там такое? Подожди. Я, конечно, понимаю, что... А, это как раз вот этот. Ну что, ребята, как вы думаете? Пишите в комментариях, идти туда или нет. Я пока думаю, что не идти. Успеем с ним разобраться. Главное, основной сюжет. Нам нужна шахта. Чтобы там его ж не яйца поймать и тому подобное. Поэтому мы будем играть основным сюжетом. Так. Я так думаю, Чарльз скоро появится, да? Он проявит себе 100%. Так, что ты там? Нет, 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 я же не остановлю. А, подожди. Действительно, действительно, остановочку. И давайте-ка посмотрим, мы на месте? Да, мы на месте, ребята. Как раз все точно вовремя. Так, ну что? Давайте-ка по этому зданию полазим. По-любому должно что-то валяться. Ну, конечно, так. Давайте-ка посмотрим. Южная шахта, рапорт, неделя первая. Работа движется бодро. Мы даже обнаружили признаки богатой жилы. Инструменты добротные. Мы почти закончили делать укрытие. Мы здесь совсем недавно, но уже начали осваивать, вырабатывать ритм и расписание работ. Не нужны нам информация-то, ребят. Не нужны абсолютно просто. Зачем нам эта информация? Она ни к чему не приведет. Так, ну что? Давайте-ка посмотрим с вами дальше, что мы сможем с вами сделать. Так, это вход в шахту, да? Ну, конечно. Или нет? Так... Жуткое место, да? Не правда ли? Отлично. Чё нам значит, куда бежать-то? Туда бежать? Я так думаю. Нету никого. Оу. Так, мы в шахте, ребята. Я что-то чувствую. Я чувствую, что сейчас будет какая-то неприятность, ребята. Вот эти звуки, они мне максимально не нравятся. Так, еще один урончик. Че, нам самое низшее спускаться надо? Я аж кряхчу, да, ребят, как старый дед. Так. Ну что там? Так. А я не боюсь, ребята, я не боюсь. Так, давайте запишем. Срочное донесение гражданину Уоррену. При разработке самой дальнего штольни за проломленной стенкой мы обнаружили большую пещеру. Тут творится что-то странное, но мы ничего не понимаем. Мы просим господина Уоррена прибыть на южную шахту как можно скорее, чтобы определить наши дальнейшие действия. Юджин, горный мастер. Ой, а мы туда пойдем, ребята, да что? Или что так? Выглядит, чтобы шпионить за врагами, взгляните. А, во как надо. Раз. Окей. Хорошо. Так. Очень много. Очень-очень. Так. Ладненько. Так, здесь у нас конец, да? А куда идти-то? Так. О, еще неплохо. Так, получается, будут противники у нас, ребята, да? Ага. Так.
Ребята, мне очень страшно. Какая жуткая пещера, ребята. Очень жуткая пещера. Фу. Че тут за херня? А че с водой-то? Почему она... Или это от цвета, что ли, такая? Это, я не понимаю, вода такого цвета. Так. Оу. Тихо. Так. Тихо, никого нету. Никого нету. Тихо. Блин, очень жуткие звуки, блин. Так, а я правильно вообще иду или нет? Оу, яйцо, ребята, я с первого раза нашел его. Охренеть. Так, яйцо взял. Вау! Тихо, 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 тихо. Ты куда? Ты чё такой шустрый, блин, а? Оу. Так. Пошел ты нахрен! Все, я ухожу, братан. Все, 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 все. Яйцо взял. Я так понимаю, это моя основная была задача, да, взять яйцо, как бы, и валить нахрен отсюда на все четыре, как говорится, стороны. Так. Ну. Воу! 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 Какой он быстрый, блин! Я охренел, ребята! Я думал, меня не догнал, я уже такой расслабился, видите ли. Так. О, он за мной бежит. Он за мной бежит. А мы валим вперед. Пока. Фух, ребята, это было жутко. Это было жутко. Так. Ой, ребята, это было очень забавно. Так, хлам, металличка, которую нужно так. Получается, мы сейчас каким-то образом справились с этим заданием, да? Так, а нам надо направиться с вами куда? Так, а это что за задание? Вы начали выполнять задание Теодора. Че, нам к Теодору, что ли, ехать надо? Подожди-ка. Теодора мы уже выполнили. Шахта. Подождите. На... Нет, у нас не Теодора. У нас женщина была, помните, да? Она такая сказала, что там яйца есть у нее и так и далее. Так, а ехать-то нам куда? Че, поедем еще прямо, что ли? Ладно, поехали. Еще прямо. Так, ну что? Давайте-ка посмотрим. Я собрал маленько единиц, но, к сожалению, очень мало. Ладно. Скорость нам не позволяет. Ну, во, все, отлично. Так. Давайте-ка осматриваться. Что мы с вами тут можем сделать? Так. Прямо я не поехал. А почему? Стойте. Так. Прямо я не поехал. Опа, пирс. А может быть, нам надо на пирс гонять? Пешком это, я думаю, плохая затея. Я себе каждый раз это говорю, когда хожу пешком. Ребята, это очень плохая затея. Пешочком, конечно, нежелательно идти. Поэтому нам надо постараться на поезде. Ну да ладно, что? Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Поэтому мы пойдем пешком и осмотрим эту местность. Я уверен, здесь мы найдем с вами, ну, что-то как минимум интересненькое, да? Или нет? Или нет? Так, надо разобраться. Что найдено? Что найдено, блин, я пропустил! Так, подожди-ка. Я правильно вообще бегу или нет? Это я. А нам нужно сюда. Дополнительные задания. Так, вот это. Что нам надо, получается, нам надо разворачиваться, что ли? Воу, это я так упал с таким звуком? Или что? Непонятно. Ой, ребята, ой, чувствую, сейчас доиграюсь, и опять на меня он выйдет, на меня этот Чарльз. И сманзает. Вот, поэтому давайте-ка... Ну, конечно, звуки мне не нравятся, но должно меня... Куда-то все должно меня привести. Ослом... Так, осколочки. Во-во-во, камни-то сырые, ребята, блин. С трудом мне это удается. Так. Что? А, ой. О, он и разорвал их. Ух ты. А я туда бегу, да? Я иду к нему, как говорится, навстречу. Ай-яй.
Ладно, бежим к совершенно другому человеку. Ну, давайте-ка посмотрим, что он... Что нам может предложить. Так, а я пока осмотрюсь красотами этой местности. Ребята, ну, вообще классно тут на самом деле, да? Только если не постоянный дождик, не страшные звуки и тому подобное. Так. Свернул, что ли? Нет. Пошли мы, пойдем как положено, да? Здесь кровищи целая куча, ё-моё. Так, игра точно не для детей, ребята, блин. Посмотрите, блин, одна кровь кругом. Так, все правильно я иду? Все вроде бы как правильно. Вот туда нам надо бежать. Просто прямо. И каким-то образом мы к нему сейчас выйдем. Вот. Ну, видите, поставим пешочком. Все правильно? Все правильно, абсолютно верно. Поэтому бежим к нему прямо. А я не боюсь. Ну, разве что чуть-чуть. Разве что чуть-чуть. А мы подберем. Спасибо. Ой, привет, братан. Конечно. Так, ты есть тот самый охотник на монстров? А с призраками тебе доводилось разбираться? В поле камней кто-то или что-то расклеивает по фонарям, столбам ровно 16 рисунков каждую ночь. Я постоянно собираю, сжигаю их, но вчера ночью, когда искал их, я начала слышать необычные звуки, видеть странное. Тут жуткий переполох был, и я нашла лишь наполовину. Принесешь оставшиеся 8, пожалуйста. А, кстати, я же видел, помните, да, я вот то, что смотрел, там паровозик-то был-то. В принципе, это не так-то трудно, да? И что, если я принесу, то что ты мне сделаешь? Ну, давайте рискнем, ребята. Что, нам надо сейчас найти с вами 8 этих-то нарисованных картинок, да? Которые на столбах, вот эти вот. Так, ну что, раз. Тихо. Что это? Эй! Не понимаю. Это кто? Это что? Что это за херня, блин? Ребята, бегите! Он за мной бежит, ребята! Вот это, блин, задание, конечно! Вот это задание, блин! Вы, блин, серьезно? Чё? Где? Где он? А я не боюсь! Ой, блин! Убери, говорит, пожалуйста, дайте задание! Вот это! Бегу! Бежим! Не смей останавливаться, братик! Не смей останавливаться! Она нас сейчас убьет! Че, все? Дайте я дышусь, пожалуйста. Так. А сколько? Воу! Да что такое ты будешь, блин? Да что ты ко мне при... Тихо. Что? А как я здесь оказался? А как я оказался возле этого дома? Странно. Эй, дамочка. Вы не поверите? Вы сейчас просто не поверите. Там реально есть кто-то. Он на меня пытался раза два напасть, три. И я здесь оказался, вы представляете? Вы понимаете? Алло? Девушка? Вы же понимаете... Воу! Что? Что? Пока тишина. Ты слышишь меня или нет, а? Ты дура, блин. На меня кто-то нападает. Спасибо за твое безразличие. Беспредел, ребята. Пошли, послала, говорит, меня. Сама молчит, блин, знаете. Сама молчит. Вот, блин, бессовестная, это, конечно. Ну все, вот в эту зону вступай, и начинается какая-то жопа, ребята, блин. А нам надо собрать их 8 штук. А мы собрали, по-моему, только 4. Вот. Мама, ну что ж, опять что ли? Так, здесь тебя нету. Оу, нашел. Подожди. Я одну смандю. Я по пути, братан. Я по пути, да. Мне надо просто туда не пройти.
Я не хочу больше сюда возвращаться. Вау, вау, вау. Вау, вау. Вау. Охренеть. Охренеть, меня опять выкинуло, что ли? Меня опять выкинуло, ребята. Их двое. Так, а если я на камнях? Мне остался последний всего лишь. Ну, пацан, ну дайте хоть один собрать мне, пожалуйста. Так, они могут появиться в любую секунду. Поэтому тянуть с этим не рекомендую. Надо бы это быстро проходить все. Я готов. Ну, почти готов. Так, здесь, значит, я не был. Пусто. Так, ну куда дальше-то бежать? Куда дальше бежать, блин? Ну только не на них нарваться, блин, ну пожалуйста. Ну сколько можно, блин, я постоянно на них нарваюсь. А, все. Или нет? Нет, только 6 лесков, серьезно? Да быть не может, что 6 лесков, блин. Я здесь уже все, блин, прошел вроде как. Еще 2 леска, так, ну что? Воу. Ребята, не поверите, я это слышу. Я не хочу остановиться. Я не хочу. Вау. 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 Бегу, бегу. Я бегу, я бегу, я бегу. Вау. Она очень быстрая, ребята. Она очень быстрая. Я не смогу оттуда сбежать, ребят. Я не смогу. Блин, она очень быстрая. Что мне делать? Вау. Блин. Я думал, он отстал от меня. Я думал. Я почему-то думал, что он отстал. Он не отстает, он не пускает, он не хочет, чтобы эти лески я воровал. Вы понимаете? Тихо. 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 Так, он не один же работает, да? Их же в паре. Они в паре. А я один работаю. Почему я один эти лески? Почему она за мной не пошла, блин? Капец. Капец! Он сзади за мной бежит, ребята! Что там такое кричит? Что там кричит сзади? Вау! Так! Вау! Давай! Я не боюсь! Куда мне уходить? Куда мне бежать от него? Он не дает мне покоя, ребята! Он не дает мне покоя, но он за мной бежит! Он 100% бежит за мной! Давай! Давай, давай! Есть! 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 Я нашел! Да ну! Нет! Тут нету! Я думал, там листок! Я как мог так ошибаться? Как я мог так ошибиться-то? Так, надо выходить из этой зоны! Почему 6 ты показываешь? Фух! Все это ее! Это получается просто его зона, что ли? Или что это такое? Что это за место такое странное? Смотрите, я захожу. И здесь начинается просто немыслимая хрень. Вы понимаете? Просто немыслимо. Я же один лес подобрал, по-моему. Почему ты мне его не засчитываешь, а? Очень странно. Так. Возьмем по пути. А, вот. Супер. Ну, конечно, все, да я на него что нарвался? Так, тихо. Что это там за здание? Или это фонарь? Фонарик. Так, да, точно фонарик. А, ну, конечно, это просто начало зоны, да? Ладно, ребята, все, я готов. Я смелый, я справлюсь. Последний листок остался, ребята, это самое сложное. Мне никогда с последним листком не везло. Так, ну, что ты там, где ты там? Вау! 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 Какой он быстрый! Он очень быстрый! Блин, а как мне его опередить-то, а? Как мне его опередить? Ладно, сразимся, дубль 2. Он меня не пускает туда. Значит, листок находится именно там. Ладно, давайте попробуем по другому пути обойтись. Жуткое место, блин. Зачем я согласился на это задание, непонятно. Так, ну что, так. Давай-ка, я попробую здесь, наверное, пойти, да? Вау!
Я в шоке. Я в шоке. Он меня просто... Он меня просто не пускает туда, ребята. Вообще не пускает. Это просто смешно. Он всячески бережет и не хочет дать мне пройти последний листок бумаги. Чтобы вы понимали, ребята, блин. Ладно, мы зайдем заново. Хорошо, попробуем давать-ка по этой стороне. Но он сразу выбегает. Он сразу выбегает. Воу. Ты не должен. Ты не должен меня тогда. Ты не должен. Дай мне последний листок пройти. О, блин. Он не отстанет, да? Он не отстанет или отстанет? Но он за мной бежит, ребята, точно. Это я вам точно говорю. Здесь от меня никто в покое не... Меня не оставит. Так, поэтому я сам бегу, ребята, да? Сам, представляете, справляюсь каким-то образом. Так, ну что? Давайте-ка тут пойду. Он не ожидал такого маневра. Воу! Вы слышали, как просто пролетело что-то мимо моих ушей? Я в шоке, блин. Он очень быстрый. Я думал, что я быстрый, но я... Ребята, поверьте, как я ошибался. Воу! Я хочу это пройти уже. Почему я в самом начале так сложно уже, а? Вау, блин. Ребята, куда мне бежать? Все столбы я уже, по-моему, проверил. И нету ничего абсолютно нигде. О, да он за мной бежит опять. Так, ну куда? Куда? Нет, это неправильно. Да? Оп. Так, все. Фух. А, блин. Так. Ребята, я не понимаю, где находится последний столб. Так. Он должен висеть здесь. Там. Но я зашел в эту зону, и поэтому он должен быть здесь. Я уверен в этом. Так, ну что, где ты? Давай, покажи себе. Покажи себе, где ты? Воу! Ну конечно, он очень быстро меня нашел. Так, давай. Воу, ну что так-то орёт? Что так орёшь? Не ори ты так. Ну пожалуйста, не ори. Оу, он меня кусает каким-то образом, или что он делает, я не понимаю, он хочет, чтобы я отсюда ушел. Он не хочет, чтобы эту записку я прошел, он не хочет этого, понимаете? Он не хочет этого. А вы понимаете, что просто я не понимаю, где находится последний? Я не понимаю, где находится последний листок, ребята. Это ужас просто, это ужас. Давай. Ну где же ты? Ты должна быть, это я тут. Фух. Так, давайте подумаем. Там или там? О, железка. Там или там, ребята? Давайте-ка вместе как-то, помогите мне. Ладно, я налево пойду. Направо я уж там был. Блин, ты как он быстро, блин. Ему не нравится то, что я на его территории. Ну извини, братан. Мне осталось-то еще немного, понимаешь? Мне остался листок, и я отсюда уйду, ты понимаешь? Я уйду, я больше не вернусь сюда никогда. Господи! Нет! Я же видел этот листок, я же его почти взял. Ребята, я взял почти этот листок, но он меня не пустил. Вы понимаете? Он меня не пустил. Так, очень странно. Я помню это место. Так. Что-то должно было быть. Здесь должно было что-то быть, да? Так, куда он меня выкинул? И где мне искать? Так, это дом этой девушки, да? Здравствуйте, дамочка, да. Я знаю, вы не любите говорить. Так. Ну, здесь теперь будет, наверное, попроще. Боб, смотрите. Я пошел налево. Налево, да. Я помню, я пошел налево. Все, я думаю, что там. Так. Налево. Пока я его не вижу. Ну не должен же так сразу ко мне прилипнуть, ребята. Ну что такое? Это просто несправедливо. Опять? Тут же. Нет.
тихо. Воу! Воу! Ни хрена там какая туча! Вот это там тучка, пацаны, вот это там тучка. Очень страшно, очень страшно. Кто думает, что эта игра не страшна, ребята? Проходите сами и посмотрите, как это, блин, неприятненько. Так. Так. Все, он только в этой зоне, да, ко мне пристает? Последний лист бумаги. И ты мне не позволяешь его вытащить, блин. Я же его почти вытащил, я не успел. Он оказался быстрее меня, да, это правда. Воу, воу. Тихо, тихо. Тихо. Я должен его взять. Я должен его взять. Нет, ты не можешь поступить так со мной. Я должен выполнить это задание. Я должен. Да, я заберу листок. Вот это да, вот это, ну что ты, какой злой. Оу, он сзади, ребята. И он уже очень близко, ребята. Так, давайте-ка здесь попробуем обойти. Так, давай, ну все-таки мы должны же попасть случайненько должны попасть. Так, тебе же тоже сложно, да, бежать, как я понимаю, или ты на дыму как-то там, или что с тобой? Воу, фак. Бесполезно, ребята, блин, ну что? На этом я хочу закончить эту серию. Ребята, всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Я старался, я играл первый раз, вот, поэтому не судите строго, всего доброго. С вами был Серку, пока-пока.